16 марта 2019 года в школе номер 2053 района Некрасовка прошел день открытых дверей для родителей будущих первоклассников. В ходе мероприятия родители познакомились с условиями обучения, системой проход питания, с требованием к школьной форме для мальчиков и девочек, обеспечением учебниками. Мамам и папам будущих учеников начальной школы рассказали о направлениях объединений дополнительного бесплатного образования, а также о платных занятиях. Родители узнали о том, какое участие они могут принимать в формировании новых объединений и кружков. В день открытых дверей на сцене прошел отчетный концерт, где перед родителями выступили ребята из студии бальных танцев, театральной студии, секции карате, учащиеся сыграли на гитаре, выступил школьный хор. После концерта родители разбились на группы и вместе с педагогами начальной школы провели в классах занимательные квесты, участвовали в интеллектуальных играх, ознакомились с обстановкой в учебных аудиториях, куда, возможно, уже 1 сентября приведут своих будущих первоклашек.